Я проходил по улице. Меня остановил нищий, дряхлый старик. Воспаленные, слезивые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. Как безобразно обладала бедность этого несчастного существа. Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собой. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную руку. Крепкую руку. Не взрыщи, брат. Нет у меня ничего, брат. Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы усмехнулись. И он, в свою очередь, стиснул мои похудевшие пальцы. «Что же, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. Это тоже подаяние, брат. И я понял, что и я получил подаяние от моего брата».